Всем огромный привет, дорогие друзья, дорогие рукодельницы, дорогие конкурсанты! Сердечно приветствую вас на своем канале, меня зовут Мария, и мы сейчас находимся в третьей части конкурса под названием «Свяжем вместе позитив». Организатор этого конкурса является Леночка Орлова, наша дорогая, любимая Леночка. Друзья, она нам сделала такой сюрприз, об этом немного попозже. Друзья, представляю вам участниц конкурса. Как и в любом конкурсе, у нас будут победители, у нас будут подарки. И спонсоры этого конкурса – магазины Ян21, магазин «Сижу-вяжу», Евгения Ворона, которая делает брошки своими руками, а также магазин «Филато Итальяно». А также для зрителей, которые принимают участие в этом конкурсе, был организован телеграм-канал. Все ссылки на канал, на спонсоров, на участников этого конкурса я оставлю в инфобоксе. Итак, друзья, сейчас в этом видео будет презентация готового изделия. Что нужно сделать в этом видео? Вы сейчас просматриваете, значит, готовое изделие, вы смотрите фотосессию, и уже в следующем, четвертом видео вы будете голосовать за самое креативное название и за самую классную фотосессию. Но это вы будете делать, пожалуйста, в следующей части конкурса, то есть заключительной части этого конкурса. А под этим видео, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии. Нам будет очень-очень интересно прочитать, послушать вас и поделитесь своим мнением. Ну и как я уже упомянула прежде, наш организатор Леночка Орлова сделала нам такой классный сюрприз, нам, девочкам. Мы были просто ошарашены. Нам так было приятно, вы не представляете, приятно, смешно, море эмоций. Мы все так сдружились, так как наша группа не совсем большая, да, нас 10 человек и классные девчонки. Я даже не сомневалась, что от Леночки будет какой-то сюрприз. Она же у нас такая креативная. В общем, Леночке скоро нужно вручить Оскар. Вот так я скажу. И этим сюрпризом превью этот кусочек видео, которое Леночка смонтировала для нас, девочек, и поделилась с нами, как, ну, можно сказать, такое прощальное, да, превью. Конечно, мы не прощаемся, я не имею в виду прощаемся навсегда, я уверена, впереди еще очень-очень много будут интересных конкурсов, проектов, но для этого конкурса это как бы такое резюме. В общем, я по просьбе некоторых, кто вместо того, чтобы смотреть ролики, безбожно отдыхал, пересмотрела все видео всех участниц «Свяжем вместе позитив» и готова рассказать о каждом. Что ты будешь через эту дырочку выпускать? Ну что, зачем она тебе нужна? Я говорила, я так буду ходить, просто с дырочкой, без волос. И у меня сразу полетели тараканы. Брать первую попавшуюся пряжу и рассказывать, подходит ли она для вязания детей или нет, и почему. Да, потому что позитивное, оно может быть по-разному. Вот брошку нацепила, все, я вся такая из себя позитивная. А улыбку нацеплю, так вообще буду супер-мега позитивной, и все, я в конкурсе уже победила, правда же? Оно понятно, сам не похвалишь, никто не похвалит. Почему пидорку называют пидоркой? Девочки, я прошу тоже прощения, вы думаете, то ли Таня просит прощения, просто кто-то должен сказать правду, кто-то должен. Ну это же надо, как у меня подтекала крышка, когда я столько пряжи набрала и вообще... Это Лора Пьяна. Ух, какое оно пьяно, и тут так пьяно все написано. В общем, кроме слова white и 100% ко, хлопок, я так понимаю, больше ничего не понятно. Жевали-жевали, выбросили. Хоп-хоп-хоп, тут, мне кажется, уже прям, уже, вот посмотрела на пряжу, уже веселенько. Вот. Нашла. Универсальная формула для вязания шапок все-таки существует. Понятно, что плечевое изделие, скорее всего, победит. Ну а если обыграть хорошо шапку, да, ну прямо чтобы вот прям
чтобы ни у кого такого не было, только у меня, да? И у Майкла Джексона, как в этом. Я заказывала и заказывала, муж мне передавал и передавал. Не привела никаких сильных доводов в качестве использования качественных материалов для вязания детей. Я ахнула, валерьяночки хлопнула, куда деваться? Вот такое вот сочетание, то есть просто такое, знаете, с одной кто-то скажет, ну что это, скукота смертная, но нет, пайетки для меня это уже достаточно так, знаете, игриво, весело и заводно. Не знаю, о чем я буду вам рассказывать, но мне кажется, мы что-нибудь придумаем, да, будет интересно, но приз мне очень хочется получить. В общем, каким-то образом я дотащила этот баул до окна и выкинула его. Так нельзя на иностранном тын-дрын-дрын-дрын, когда люди не понимают. Вот. Тараканы побежали не только у меня. И ради этого конкурса, и чтобы поднять себе настроение и вам настроение поднять, я решила именно пойти тем путем, которым я раньше в основном не ходила. Мне кажется, какой-то, я не знаю, свяжем мистер колбас. Я буду днями и ночами не спать. А какова частота ваших намерений? Ну где этот хвост взять? У меня же его нет. А шапку-то мне очень хотелось. Вот. Ну, когда человек забыл, кто ему что подарил, и он передаривает человеку, который ему это подарил. 5 мерсеризованный хлопок, 45 вискоз, 50 грамм, 170 метров. Значит, в одну ниточку ее вязать, ну, это, наверное, конечно, убиться веником, но... Вязать платочную вязку? Боже мой, как я на самом деле этого не люблю, но вязание-то позитивное. Так, надо все повторить, чтобы ничего не забыть. Ой, у нас так сильно дует ветер. Это что-то стерто. Не падай. Ты что творишь? Он живой. Он сам шевелится, я его не трогаю. Вот. Я заказывала на Вайлдберрис. Здесь, по-моему, должно быть 2 метра. То есть я могу разгуляться. Гуляй поле. Посмотрите на эту красоту. Так, пакет не шурши. Хопа, хопа, хопа. Ну, нет, ну, видали? Ну, это то? Чего я вообще не ожидала. Это прям, ну, знаете, эпик фейл. А здесь я уже хочу скорость, это турбо, дизель, газ, бензин. Ты можешь связать вещь, которую потом не будешь носить, но зато ты не покружишь, ты повертишься, сделаешь фотографии. Давай свяжем что-нибудь театральное, такой прям костюм. Вот. Все молодые мамы в декрете? А почему молодые? А кто постарше, тот тоже не знает. Под этим видео нужно оставить комментарий, что вы голосуете за Олечку и первую. Ее прекрасные, великолепные, неподражаемые и никем не повторимые шапки. Лесть! Кругом сплошная лесть. А в хвои, к лешему. Друзья мои, к лешему это хорошо. На самом деле я тоже туда собираюсь, к лешему. Вот. Конкурс, господи, конкурс, ох уж этот нет, конкурс, ой, спать хочу. Друзья, я думаю, вам было также интересно и воодушевленно посмотреть короткое превью, сюрприз от Леночки Орловой, и от меня она получает Оскар. Ура! Леночка, огромное тебе спасибо. Итак, дорогие друзья, немного предисловия к моей работе. К моему изделию я его успела довязать, да, успела, тютелька в тютельку, но пока я вязала изделие, приболела моя племянница. Да, вот так вот получилось. И как раз на этих днях, когда мне нужно делать фотосессию, я не могу на нее рассчитывать. Поэтому, друзья, фотосессия будет на мне. Ну, так уж получилось. Я думаю, это не так критично. Что поделаешь, да? Вот такая ситуация. Все мы люди. Я обещаю вам, что фотографии на моей племяннице будут на странице Instagram или же в следующих влоговых видео. Обязательно мы еще будем обговаривать о модели. Я уверена, что у многих будут вопросы, поэтому у нас еще будут по этому поводу видео и фотографии уже на моей племяннице, так как изделие вязалось ей, на ее возраст, конечно. Итак, друзья, я хочу сказать вам немного о моем подходе к этому изделию и к самой постройке, к модели. Эту модель я как бы нарисовала себе в голове. Такое изделие я уже давно на самом деле хотела связать своей племяннице, но никак не доходили до этого руки. Она очень любит такие мешковатые, большие оверсайз изделия носить дома.
особенно зимой, просто одеть какой-то огромный халат банный или какой-нибудь такой пуловер большой-большой, теплый, укутаться. И вот как молодежь, да, сейчас любит, ну, не только молодежь, в принципе, я тоже это очень люблю, в чем-то большом укутаться, и было уютно и тепло. Так вот, я ей говорила: Джейми, как у меня освободится время, ты у меня, ну, в общем, на заметке, я обязательно тебе свяжу такое изделие. Так вот, пришла такая ситуация, я участвую в конкурсе, вязать можно что угодно, и я думаю, так, почему бы не использовать этот конкурс, это время, и связать племяннице обещанный оверсайз джемпер, свитшот, худи. Именно поэтому я взялась за это изделие, так как себе я вяжу достаточно, и у меня уже есть два процесса, которые вяжутся сейчас для меня. И для меня, как бы казалось, не будет сейчас уместным вязать снова, начинать что-то для себя. Мне захотелось связать именно племяннице, и поэтому подход к этому был именно таким. Так как у нас название «Свяжем вместе позитив», изделие должно быть позитивным, добрым, веселым, может быть и смешным. И так как у нас была такая тема, да, связать позитивное изделие, конечно же, мне хотелось добавить изюминку в этот оверсайз свитшот или худи. Просто таким он не должен быть, он должен быть с изюминкой. И насколько я знаю свою племянницу, ее вкусы, ее предпочтения, я знала, что ей именно такая модель просто, ну, понравится. Когда я ей рассказала об идее, о конкурсе, что я хочу связать ей худи, худи-заяц, зайка с ушами, у нее сразу глазки засверкали, она сказала: да, это классная идея. Она мне сразу прислала фотографию, именно такую же фотографию, которую я видела на Пинтересте. Я, конечно, гуляла по Пинтересту, смотрела, вдохновлялась, немножко смотрела идеи, как такие худи на подростков выглядят. Ну, и вот и в итоге у меня получилось такое изделие. Конечно, в исполнении изделия были многие детали для меня новые: вывязывание капюшона, ушей, присоединение. Все это была для меня кропотливая работа, получалась не с первого раза. У меня были перевязы за кулисами, вязала только этот процесс, лишь бы успеть. Нам же нужно за что-то попыхтеть, за что-то посоревноваться и попереживать. Я думаю, что я не одна была в такой ситуации, где нужно было перевязывать, переживать, успею я или нет. Все-таки, друзья, помимо того, что мы блогеры, мы ведь тоже и мамы, и жены, и так далее, да. Кто-то из нас имеет маленьких детей, кто-то работает, и у каждого своя жизненная ситуация. Но все-таки, друзья, мы старались также передать вам позитивное настроение. И я надеюсь, нам это хорошо удается. Итак, друзья, коротко о моем изделии, о моей задумке. Из первой и второй части конкурса вам известно, что я вяжу свитшот, или как их называют, худи, с зайчьими ушами. В течение процесса и работы у меня все больше и больше созревало название этому изделию. Никак иначе, как «Зайка Бакс Банни». Друзья, из персонажей Дисней фильмов вам, наверное, известен вот этот вот зайчик. Поэтому я решила дать название этому изделию «Зайка Бакс Банни». Это название моего изделия. Ну а теперь, дорогие друзья, предлагаю посмотреть фотосессию. И в следующем видео вам нужно проголосовать за две номинации: за название и за фотосессию. Но вы голосуете, как всегда, не под моим видео. Девочки, если вы голосуете за меня, за название моего изделия или же за фотосессию моего изделия, вам нужно пойти на каналы девочек и у них под видео в четвертой части проголосовать за эти номинации, за название или за фотосессию. То есть вы выбираете своего фаворита и оставляете свой голос. Потому что вам известно, что мы, девочки, получаем за это призы. А мне очень хочется получить подарочек. Особенно мне пригляделась пряжа от магазина Filato Italiano, друзья. Кто знает, возможно, я буду в этих числах.
Ну все, друзья, теперь предлагаю посмотреть вам фотосессию. На этом я прощаюсь с вами. Мы уже увидимся в четвертой части. Я вас всех уважаю, люблю, моего доброго зрителя обнимаю. И до следующего включения, мои дорогие. С вами была Мария. Всем пока-пока.